Акмальдинов от синей линии. И такой впечатления не ожидал. Этой атаки Святослав Худин. И тут же Александр Перевалов чувствует момент. Александр за воротами. Ахунов. Все, выходит 5 на 4. Вот это гол. 1-0. Все-таки забрасывает Александр Перевалов. И все становится. Он принимает шайбу. Идет дриблинг. Ромашкин. Внимательно, Ромашкин. Вот 1-0 же становится. Все-таки при всей внимательности шайба в ворот проскакивает. Ярославцы выходят вперед. 1-0. Злости будет много. А это уже будет 1-1 Перевалова. О, еще и узкую руку Гуса подставляет. Я вас то услышу, и все становится 3-2. Посмотрим, может быть, замечено. Удар Спартака, это гол Перевалова. 1-0, Левский. Защитника и в дальний угол ворота. А команда только в полуфинале. Это опять связано с тем, что сейчас. Так, момент у Ярославского Лока. И Лока забивает. Александр Перевалов это делает. Перебивает он Алексея Шевченко. Говорит в то же время, что Лока забивал свою вторую. Чайка сравнял синий уровень награды. Вот так что там ничья 1-1. А тут Лока у нас уже выходит вперед. 3-2. Пока Ярославский Лока делает передачу. Opäť v útočnom pásme, ale už s novou presilovkovou formáciou a Perevalov zvyšuje na 8-3. 4 sekúnd. Ох, как красиво обыграл, и Перевалов добивает. 5-0. Третья шайба Александра Перевалова. Но давайте отметим Илью Назарова. Техать 16 минут у одной команды. Но, ох, какая классная передача от Миронова на Перевалова. И 2-0. Александр Перевалов в своем фирменном стиле разбирается с голкипером.